Нарния и Скандинавия в рязанском поселке. Дом Олега Седова действительно поражает воображение. При входе гостей встречают бронзовые единороги и пумы, а глубина сада скрывает изящные фонтаны. 48 лет мастер занимается лепкой. За это время он создал тысячи неповторимых скульптур. Одной из последних стал великий клоун Олег Попов. Его изображение осенью украсит Лыбецкий бульвар. Увидит разноцветную кепку. Увидит костюм разноцветный. Ну, не то, что совсем будет разноцветный, нет. Это не как раскрашивается, допустим, там какая-то скульптура. Нет, она будет довольно спокойных таких тонах, да, но все равно цвет будет обязательно. То есть, ну, это я хочу попробовать в этот раз белый цвет внести в скульптуру. Никогда не делал. Хочу, думаю, получится, будет неплохо. Работа кипит с апреля. Олег Седов создал десятки эскизов и сменил несколько концепций. Ведь изначально перед зданием цирка должна была развернуться сцена из сказки «Золушка». Однако похожую скульптуру планируют установить у театра юного зрителя. Украшать Лыбецкий бульвар доверили слонятам и медведю. Статую клоуна начали изготавливать 2 недели назад. С помощью масштабной линейки скульптор переносит пропорции с маленькой фигурки на полномасштабную модель. Высота 10 будет, да, от единиц. Но это здесь высота шляпы. И вот точно так же, если мы посмотрим с вами сюда, вот у нас линеечка такая, да, вот мы ее выставляем сюда, прикрепляем, но это только одна позиция, вот она, вот, и на уровне 10 отметочки у нас получается с вами как раз вот эта высота вот этого нашего сооружения. И так вот делается все, вот, например, плечо, вот. И это нужно для того, чтобы каркас у нас нигде не вылез из глины. Однако это только половина работы. Сейчас скульптуру вылепили из глины. Затем создадут мелкую текстуру, далее по ней сделают форму и отольют готовые фрагменты. Внешне Олег Попов, как и другие работы мастера, будет выглядеть монументально. Однако это лишь иллюзия, созданная умелым волшебником. Если бронзовый, он весит где-то приблизительно 85 килограмм. Ну, вот такой медведь. Ну, пустой, бронзовый, тоненький, да? Вот представляете, вот эта мощь современного скульптора. Как вам? Композитный материал по своим свойствам ничуть не уступает бронзе, зато стоит дешевле и является более прочным. Готовая скульптура сможет выдержать нагрузку до 200 кг, а значит, сфотографироваться с ней в необычной позе сможет любой желающий. Установить Олега Попова планируют непосредственно на плитку, но под его летящей походкой будет прочная основа. У нее штыри из-под ног будут уходить глубоко в бетон, ну это под плитку. И будет ощущение, что она идет по плитке. На самом деле, конечно, она по плитке не идет, она крепится под плиткой, там специальная фундаментная такая плита будет залита, куда уйдут вот эти все штыри. Работы скульптора Олега Седова установлены в Венгрии и Польше. Около 80 статуй размером более 2 метров обитают на территории Московской области. Встретить их можно и в Рязани. Копии самых запоминающихся автор сохраняет в собственном саду. Однако многие идеи еще не воплотились в жизнь. Я хочу сделать, например, этого взлетающего на Карле, ну, Черноморье, взлетающего Руслана, например, да, и он там с лошади взлетает, улетает в небо, касается одной точки, там где-то что-то, и ушел, все, и вот в этой конструкции там все, ну это, и все, чтобы видно было, что вот все, полетели. Сложные инженерные решения, управление вниманием зрителей, динамические позы. Олег Седов на практике знает, что для занятия любимым делом не нужно профильное образование. Ведь сам он окончил железнодорожный техникум. Однако мастер занимается скульптурой 48 лет и каждый день тратит на нее не менее 10 часов. До конца года он закончит работу над цирковой скульптурной композицией, которая будет украшать Лыбецкий бульвар. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».